Тут сейчас такая почти дуэль Осадчука с Камбаровым, кто кого переспорит. Ну, переспорил Камбаров, наверное. Я бы сказал, переспорил всех судья, просто вынеси то решение, которое нужно было вынести, и которое вытекало из логики момента. Петин сумел на Джебова сделать передачу. Ну-ка, сумеет он обработать мяч? Сумел. Назад чуть-чуть. И вот тебе дальний удар, ты просил. Просил, давно офицеров. Просил. Ой, вот это гол! Вот это попал офицеров! Вот это да! Воспитанник Академии «Спартак» сейчас отправляет мяч в верхний угол ворот. Вот она и замена. Сыграл у Дмитрия Камбарова. Открывает счет спартаковцы в самой концовке встречи. Но как офицеров, конечно, попал. Вкрутить в эту девятку. Это нужно было... Надо очень... было суметь. Да, это нужно было очень сильно постараться. И у футболиста Спартака это получилось. Еще раз смотрим. Тут, конечно, не так эффектно это выглядит. Хотя, кстати, та перекладина, да, мяч ударился.